Уважаемые работники медицинских учреждений, сегодня ваш профессиональный праздник. Сейчас вам приходится трудиться, наверное, в разы больше, чем в мирное время. И те случаи, с которыми вы сегодня сталкиваетесь, и те операции, которые сегодня проходят в нашей громаде, конечно же, это большая ответственность и нагрузка на вас. Тем не менее, вы, несмотря ни на что, доказали свой профессионализм. Многие остались на своих рабочих местах, несмотря ни на что, выполняете свои функции, выполняете свою работу и даете возможность жить и работать нашей Покровской громаде, и не только. И оказываете помощь всем пострадавшим, кто к вам обращается. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Хочу пожелать, конечно же, мирного неба, крепкого здоровья. И пусть сбудутся ваши мечты, наверное, самая заветная мечта о мире. Я уверен, вместе мы сила. Все буде Україна.